Четвертый вопрос. Как устроить детей в детский сад и школу, если не знают немецкого языка? Дети с 6 лет подлежат обязательному школьному обучению. Дети-беженцы также должны ходить в школу после прибытия в Германию. В большинстве земель должны быть созданы дополнительные классы, которые в зависимости от земли называются приветственными, willkommensklassen, подготовительными, интенсивными и немецкими классами. Vorbereitungsklassen, Intensivklassen oder Deutschklassen. Там дети смогут учить немецкий язык, конечно же, с полным погружением. Но не переживайте, дети очень быстро осваиваются. Как только вы будете приписаны к муниципалитету и поселитесь в нем, ваших детей также распределят по школам по месту проживания. Консультацию вы можете получить в интеграционном центре по месту прописки. Момент начала обязательного школьного обучения для беженцев и просителей убежища в Германии варьируется от одной федеральной земли к другой. В Берлине, например, посещение школы является обязательным сразу после приезда. В некоторых землях посещение школы становится обязательным, как только люди перестают жить в центре первичного приема или переписываются к муниципалитету. В Баварии и Тюрингене обязательное школьное обучение начинается через 3 месяца, а в Баден-Вюртемберге через 6 месяцев после прибытия.